В Усинске расчистили дорогу и тротуар возле центра доп. Образования по улице Мира. До этого, чтобы добраться до школы, местным детям приходилось выходить прямо на проезжую часть. О проблеме сообщила одна из жительниц города. Также оперативно, с помощью системы инцидент-менеджмент, удалось восстановить отопление и в Ивентинской гимназии номер 3. А еще привести в порядок детскую площадку в Карткиросе и убрать колейность в поселке Ярига. Если у вас есть жалоба или предложение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях ВКонтакте, через виджет в сообществе Республика Коми и платформу госуслуги «Решаем вместе». Центр управления регионом поможет решить проблему.